Чё? Ща. Утону монет. Ебать, я уже забыл все эти действия, монетки, хуетки, не все. Приветствую. Или похуй. А? Какая випка там уже? А. Какая у тебя випка? Випка 4%. А, ну, тебе хватает, в принципе. Я голосовать незачем. Да как незачем? Ну, я голосую, премиум. А ты с двух аккаунтов голосуешь? Нет, с одного. То можно две почты делаешь. Тот же логин вводишь, только разные реалмы выбираешь. Ну, у меня x2, x4 выбираю, и она приходит. Ну, что, за это ничего не будет? Нет. Много кто так делает. Просто не афишируй это, и все, делай молча. Блять, вот понимаешь, ситуация какая? Мне тут банк, нахуй. Просто забит всякой... Забей, я уже так делаю больше года. Ты про что? Голосую с двух аккаунтов. Не, голосую, это я понятно. Я открываю, у меня... Наваре банк, у меня в сумке нахуй. Ну, ну там трансмог теперь сохраняется в коллекции, его можно удалять. Да ко мне похуй на трансмог, у меня там шмот нахуй. На фурика, блядь, на армса, блядь, на протовары. Всякая залупа лежит, блядь. Пиздец, тут миродробители, блядь. Кровавое цветение нахуй без камней. Так, давай, кому плюсовать там охоту. Не собирай. А я хуй знаю, не собираю. Вон кто-то собирает. Начало ИК 2 хила, а, понятно. Начало ИКа. Чё, может наши кто-то соберет? Бля, я бы собрал, но не так падло. Пойду хоть квест возьму, бля. Да, дело такое. Чё, кто-нибудь ещё начнёт собирать? Должны. Надо ренегата просто сделать. С ордой ходить. Короче, подмутил вара. А я смотрю, что-то у АБС этого вара, у него, короче, топор 284 был. Ну, я такой смотрю, а там древковая есть, 297. Ну, я думаю, нихуя, там же таланты на древковые, на топоры идет, 6% урона и крита. Ну, типа, я думаю, блядь, возьму побольше пушку, типа. А она еще агильная, блядь. Там и агила, и крит, и РП на ней, блядь. Ну, и нормально. Ну, взял, а я усилки в агилу кидал, ну, чтоб крит. А там у меня оказалось крита больше, короче. И по итогу я сделал, блядь, эту хуйню. И у меня больше по статам вышло на косарь РП, блядь. Ну, там, подмутил, там, спек немножко поменял. Осталось только проверить, как дамажит, да? Ну да. Да там, по сути, я в ротации ошибаюсь. Видишь, ну, хули, первый раз, когда садишься, это же надо и потренироваться. Ой, форум, там уж вроде гайды какие-то есть на варов, что-то да, читать. Там особо, ну, гайд не надо. Там, видишь, сама механика, как ты руками жмешь, потому что кнопка заманивает, нахуй. Ты хочешь нажать какую-то кнопку и проебываешь вот это КД, там какой-то скилл простаивает, типа вот. Вот когда... А это лечится только, ну, типа, надо ходить в рейды, бить, бить, бить много, блядь. Уже потом ротация идеальная становится. Может быть. Ну так сразу... Если ты основную эту ротацию не знаешь, а жмешь сам что-то, это как бы тоже не... Не, не, не там сам опен какой-то и так далее. Не, там что попало нажать невозможно. Там такая хуйня, что, блядь, секундное КД, быстро все откадешивается. Просто приоритет скиллов. Он смертельный больше всего бьет. Понятно. Ну фурик там, конечно, и батурия, нахуй. Я почитал гайд. Скорость, нахуй, вставлять, блядь. Ну да. Ну 760 скорости, считаю, ну 10 брулей. Там шмот надо брать. Да, ну там шмотом он, по сути, соберется, может, пару брулей надо было. Сила, хас, там, пулемет, там, что-то такое. Там еще такая хуйня, нахуй, ну, что, типа, вот у тебя висит там прог, допустим, на какую-нибудь хасту, там, блядь, и он в конце, типа, как он там, жажда смерти даешь, и в конце, типа, этой хуйни, если победный раш ебанешь, он, типа, запомнит эту хуйню, скорость, там, и вот этот модификатор плюс 20% урона, и он будет ебашить, сколько он тикает.
Масло мне что-то дохуя. А ты чё охраняешь что-то там? Склад какой? Завод военный. Да, ну, вот. Да, нормально. А я на светодиодной продукции на складе сижу там за компом в Одинецке. Ходим, набираем там втроём. Особо не напряжно, мы больше сидим в телек либо в телефон, кто там чё втыкает. Ну, прикольно. Главное то, что официально все, то есть отпуск, все дела. Ну, да. Четвертый год работы. Это... И рядом с домом. Это... Прям вообще на той же остановке, грубо говоря, там проехать одну остановку 10 минут. Этот, как вот эти, как они, шмотки, короче. Т5, который и... Ну да, вот Т5, вот у меня, допустим, 277, и я когда апаю, у меня там брюли, чарки, все остается, да? Ну, смысле... брюли-то само собой, камни, да. Камни остаются, да? Обычно. Да, да. И они в ПВП тогда думались наконец сделать, блядь. А, раньше не было в ПВП. Так, то есть, если я буду камни менять, мне в первую очередь есть смысл менять в Т5. Типа я сейчас... Их апать первыми самыми. И самые бисовые шмотки, которые ты уверен, что ты будешь максимально долго носить, пока там заменишь. Не попадешь в топовые рейды. 290-е, может, какие-то. 97-е даже. Ну, там у варов есть какие-то лоу-гирные шмотки, по-моему, а может, уже и нет особо. Ну, не уверен. Но там есть нормальные 290-е, я знаю, 97-е. Смотри, просто там... которые тебя основной подгоняют под кап, то есть предбис, ну, те же статы, ты понял, да? Ага. Там где-то лук можешь с двумя сокетами взять, свайш для начала подойдет. Ну да, и в первую очередь, наверное. Ну, шемку, я думаю, не скоро сменю, блядь. Шемка там много кто с ней ходит, даже вроде видел. В другой руке только. В фурике. Это, левый. Это в левый, да? Ну да, фурики носит. Армсы там что-то, что они одевают, погоди. Я не смотрел. Я что-то забыл. Я думал, они с шлемом. Не знаю, я пока шлемом буду, блядь, хули. Ну, шлеме по-любому сокеты надо топовые сделать. Что-то охоту тут-то хочешь собирать, можешь 3 РБК собрать. Да, только у меня там квест нахуй. Какой там? Никого. Квесты какие-то в целка висят, блин. Можешь их отменять. Вот Малганис убит, вот это королевский скорд выполнено. Ну, тебе, короче, игры там в конце ивент багами нахуй. Он не прилетает, что-то сам видел, мы 2 раза тогда убили его. Он должен прилететь хроми в форме дракона. Потом нормально статик ему за FPS. Такая хуйня. Самому что ли собрать? Если на группу уйти, все. Ты тут? Угу. Ладно, что посмотрим. Сейчас сначала в гильдию.
Увы, походу. Ну что, может, другой день? Ну, твинки-то у всех есть почти. Блять, я писал, писал и случайно альтом перекрутил, короче, блять. Заново теперь. Бывает такая хуйня. Санил 1 ДК. Вообще, о, маг еще какой-то. Вот альянс полудохленький на самом деле, в плане активности в ОПГ. Но тут зато гильдии посерьезнее. Можно уже крику там полетку тыкнуть, если что. А что, десятки там, да? Какая 25-ка сразу. А, нихуя. 4 инста. Я хуй знает, сделали бы они какую-нибудь хуйню, чтобы можно было челиком рюли собирать самим как-то. Типа с осколков из каких-нибудь там хуй знает. Ну то это вообще несправедливая хуйня. Не знаю. И в принципе похуй. Контент же по-любому не для фулбрюлевых рассчитывают. Ну да. Чем могу помочь? Наши-то кто-нибудь идет? Вообще, ну...
конечно, охуенно, вот на ОБТ сидишь, открываешь, берешь шмотки, какие хочешь, нахуй. Еще бы чарки туда поставили, я вот вообще не понимаю, нахуй что, блядь. Без урон, нахуй. Бич ебаный. Иду пару минут. Помон бы тыкни. Нет. Ты того же сумеешь.
Да, танка будем ждать до пришествия второго, блядь. Вот какой левел танка? Сможешь соло? Ну, тут особо сильно не бьют, опять же, босс. Ну, ты, главное, агро держи, старайся, потому что Т5 есть. Ну, на пулышности, да, будут, я думаю. Кринж ебаный, бля. Да пиздец. А ты глаза разуй, нахуй. Ну, квадрат не видит, нахуй. Кто там ДДшник самый нормальный, ну так, сходу? Вон, 297 упал, добрали в пятый пати. Ага. Или Рагнар. Бдилку ебанул. Или Рагнару ебанул. Смотри сам. Кто с какой гильдии. Палу давай вот этому, стрикот. Ага. Добро пожаловать, герой. Ебать. Ну позырим, блядь, чё, ах, не забыл нихуя. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Мои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Уебок ебаный, бля. Темных пещер грозовой гряды был призван Кормак Процающий Бивень. Бой, герой! Я ебу нахуй. 5, 4, 3, 2, 1. Ебать, я даже на стак от них я не успел, алло, нахуй. Что за хуйня, нахуй? Три, два, один.
стоит. Охуеть. Что-то, блять, распылять или рулить на кубе? Что делать? Ну, по ешке только не интересно, если они есть. Что-то хп у меня мало, нахуй. Что-то в итоге второй ретрик не дамажит, да? А, ну да, на Рагнара надо ебануть. Бич какой-то ебаный, нахуй. В натуре по ДПСу хуйня. Блять, да? Да. По перстень боя. Поповый. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного. Да, он дал. 2000. Oh, man. Ну, у нас также ретрики там. Сколько у него, кстати, брюлей? А, да он не фул брюлей вообще. А тут брюлей я не подохну, нахуй. А, они не там, все эти пидоры, да? Просто первым ворвись там, нажми все с себя, и потом с ДДшников снимай миликов, главное. Я попытаюсь оверхилить. Альянсу!
Охуею, ачивки делаем, на Сирусе нахуй. У плащ тоже буе. Ну, заебись. Большинство проебывает этот момент. Просто пыли. Не большинство, но некоторые бывают. Сейчас он кольцо спиздил. А. Лютый какой-то. Лютый Олег. Не, ну нихуя, я тоже хочу нахуй давать 50 тысяч нахуй. Лютый Олег. Чем он там одет нахуй, что он все только дает, блядь? Так, это Т6, да, башка и замп Т6, ШМ. Ну там фаеры ёбнут, у них бомбы, когда взрываются, всегда критуют. То есть они взрываются постоянно, пока тикают, понял? Типа. У этого, у ретрика, нахуй, я уже 8 или 9, сколько, 10, 11, нахуй, 12. Ну понятно, нахуй, ебать. Это еще мало. Это мало сейчас для X2. Я хуею, нахуй. Минимум 15 брюлей, а то и 20 с некоторым успехом. Прям вообще хорошие цифры показывают. Не, ну я там он шипешкой и лемом тоже неплохо ебашу за 60 тысяч. Прям идеально. Где-то 63-65. Ну лемом на клеве можно там и под 80 клеить. Просто понимаешь, блять, если... Мы-то в гильдии, которая на что-то на ФК претендует, блять. Я понимаю свое будущее, нахуй, что без брюлей, нахуй, я просто буду меньше давать. Как ни крути, блядь. Вот есть люди без брюлей. Тут ключевое в некоторых моментах исполнять тактику, опять же, а не брюлей. Если все живы и дамажат, то это уже половина победы. Тут тактика частично в обычках Сируса особо такая, знаешь, не сверхъестественная. Казалось бы, второй босс там, ебать, что тут делать, нахуй, а в итоге-то, блять. Просто разобраться, что надо было. Там следующая, да, будет, ну, что-то там запарное, но, опять же, я не думаю, что там будет такое сверх, такое ебанутое. Тут бое вроде не пад... А, нет, погоди, кольцо, по-моему. Или не тут. Так, чё там? Тирамон. Портал, прыгай. Ебать, я жардынец, нахуй, я... Пошли, пошли, вон, за драконом. На Альянсе вообще не понимаю, нахуй. Так-то, по сути, столько лет играть уже, хули. Расположение городов, в принципе, все это понятно. Просто некоторые нюансы прям. Где-то от пенера, может, где-то еще что-то. Ну да. Ебать, просто да. Поиграть и запоминать все моменты. Такого.
Блять, я плыву нахуй. О, хорош. ИКшник догоняет. Блять, да, поехал на. Тыкни, тыкни, блядь, кто-нибудь. Ну, заебись. Чё сзади спулили, нахуй, с петами своими. Грулмагик там же быстро. Чё ты, где там? Да беги сюда, он жилок тут поставит еще на эту. А, или чё там, последний? Кто не тут? Те тут. Так, а, там тело Молис стоит еще, блин. Все, 6 тел нету здесь. Я имею в виду в инсте все. Видишь, мимо его пробежали, он стоит, вала и бьет. Ну ты знаешь, да, бок по мне туда повернуть? Не беги, просто стой. А, тут я стоит? Веду. Нормально надает. Берегитесь. Кринж. Как это говно выключить, нахуй? Я в рот ебал.
В ДПМ звуки выключи. Если ты про это все. Найди в настройках, там где-то не видно. Наверняка же. Ничего там сложного нет. Так, что там шатрат? Звук при победе, нахуй, я ебал. Как там говорят тираны? ГГ? Эта битва войдет в историю. По праву ритуала Ракшир, теперь я владыка. По праву ритуала Ракшир, теперь я владыка. Все, отключил нахуй этих пидоров. Смотри, если что там магика, мы будем без кубов с Герой бить, поставишь там между кубами его бочком к стене, чтобы милики нормально в спину били, их не откидывал хупами пида. Понял, да? Ага. Ну, залетайте в инст. Ты еще в лесу таракат. Сейчас шкаф тут поставить. А ДКшники в каком сейчас спеке танчат? Bloodfrost. Пошли. Гол тогда через право. А весь трэш на нас не побежит, нет? Ну, надо будет подпулить. А, вот этих пидоров через решетку. Тебе казалось, что я слаб. Кто из нас? У меня идут. Кто это тут танчит? А, там время еще.
Так, чё, куда ты говоришь? Может, ебанешь там немедко куда? Чтоб милики, короче, жопой в угол упирались, да? Ну, в принципе, вот. Или чё, или к вам, к воротам, к вам. Казалось, что я слаб. Мягок. Так кто из нас слабее? Налево. Вот тут между этим. Чё там, сколько времени? 30 секунд. А в какую сторону хвостом? Вот тут хвостом направо. Туда. Ебалом влево, туда, откуда дошли. Еще не готово. Неподходящая цель. Между только проведи, чтобы там еще кубы установили. Че, еще провести? Чтобы он ровно между. Это не вижу там. Куб еще под хвостом. Все нормально. Все, лети на грула. Ебать, когда-то за это Т4 бились, нахуй. Там вар 47 000 нахуй. Пидор этот в окнах. Пидрилом, да? А чё он думал, обосрёмся? Ну не словил КД, типа, блядь. Думал, мы хуйнёй страдать начнём. Ну иди там ещё полчаса попроёбывайся на них, полохота с нуля, блядь, иглан. Под шкаф поставил. Я тебе говорю, тут сирусяне большинство, тут такие вообще кандидаты, блядь. Комнату с мягкими стенами, я тебе говорю, блядь. Чисто в рубашку обнимашку на. Самообнимашку. Думал, мы обосрёмся, блядь.
Там слышу, короче... А, ну ты же не танк. Угу. Ты про ОБТ? Там просто Дербич хочет у нас танков начинать заряжать в втором составе, как Т6-ым. Ну, типа, заебись, но я хуй знаю, что сказать, нахуй, понимаешь, я, ну, в принципе... Я бы думал, может, как ДД, но там просто дроидовский токен, он всем, сука, нужен, блядь. Да и похуй, пускай, ну, нахуй, ну, я, типа, вообще на отшибе, нахуй, я... не надо сообразить. А ладно, что на отшибе, я знаю, что ты можешь себя реализовать вполне себе, как игрок. Пока я к этому успеха не... Догнать остальных. Почему тебе не помочь догнать остальных? Я не вижу к этому... из каких-то препятствий. Ну, ты имеешь в виду танка? Если типа... хочешь, да и без разницы кого, кем ты хочешь. ДД, танк, мне без разницы. Пусть лучше те, кто прям свою ротацию все прям четко отбивают. Пускай они вначале идут. Я типа не спешу никуда, ни в первый, там, ну, ни в ФК. Да, я тебя услышу. Я сам как типа, ну, может пройдет там, видишь, это долго может быть. Я может месяца два еще буду играть, и потом скажу, вот, блядь, что-то я хочу нахуй там Т6. Ага. Колх будет хотеть, блядь, они заебут, потыки. И тогда уже будет это самое. Я пока сам просто себя не ощущаю еще, блядь. Ладно, я тебя понял. Так, кто там? Ай, хуй знает, кого они вроде все долетели. Потому что у меня такой перерыв был, я вообще думал забивать. И тут что-то зашел. Надо еще втягиваться в эту хуйню все. Ну да. Главное, агрона бери на кроши. Там олм, ну, соответственно, пачку, крош, чтобы у тебя вторым был по агро. После олма. По-любому. И слепоглаз. Ой, нет, Киглер безумный, если будет, смотри, вкатить какого-то РДД, то похуй. Главное, чтобы он близко не подошел и не отстрелил. То есть за четырех типов правых пулишь через Олма, вот тут через краешек. Нормально. Киглера не надо подводить в миле. Забери других там. Король. Пока короля потом заберешь там. Не блять, РБК в таком-то гире, блять. Ну, это уже да. Ссать уже охотно быстрее кого убивать. Гера не успеет, но ладно. Главное, на магику убили. Собирай до конца. Сразу сюда. Дуит не заходит, долбоёб один. Похуй на него, блядь.
прочь, там что стоит, носу ковыряется, блядь. Слушай, ну вару удобного сделали, пиздец, вообще, кайфово. Я прям в предвкушении, что там в Т6 будет, нахуй. У Бывара? Ага. С три куска-то? Ну, типа, не два куска, а дальше, типа, четыре. Ну, четыре. Пусть сначала четыре, потом шесть. И в Санвеле, по идее, восемь. О, у меня 301 усилок, нахуй. Или погоди, или в БТ будет падать, а в Санвеле там или улучшение, или что будет, я что-то... Погоди, сколько еще надо кусков? 6? А, нет, это будет в Санвале 2 куска последних, точно говорили. Так, я пошел, посмотрю.